Всем привет, вы на канале Игры Games. Сегодня играем в игру Off-Road Racing Master. Мастер езды на внедорожниках со сбором монет. Так, что это, время что ли? Так, монетки, звездочки. Чемпион, отлично. Так, следующая гонка. Давай, друг, давай, газуй. А, я совсем забыл. Тут же есть еще азот. Так, даем азотик. Че, а что-то монетки так высоко, что ли? Не могу даже достать звездочки. Отлично. Третий уровень. Птички поют. Так, азот. Turbo Boost называется. Что, все, нету Turbo Boost? О, звезду поймал. Так, насобирал я 175 звезд и 17 монет. Что мы можем улучшить? Двигатель. А чё? А, есть. Есть. Так, что-то заскрипело. Наверное, улучшилось. Так. Все, да? Азот 500 звезд. У меня только 175. Все, продолжаем дальше нашу игру. Четвертый уровень, четвертая гонка. Гонки, конечно, очень короткие. Хотя бы в раза три были длиннее. Не успел нажать газ, как уже финиш. Все, финиш. Чуть не перевернулся. Следующая гонка. О, 19 монет заработал, отлично. Уже есть возможность прокачать машину. Так. Ой-ой-ой. Че? Перевернулся. Рестарт. Газуй, друг. Азот. Так, звезда. Отлично. Газуй. Переворачиваться не нужно. Что, бензин заканчивается? Зачем? Финиш близко. На последней секунде успел. Так, следующий уровень. Turbo Boost. Потихоньку, не спеши. Переворачиваться не нужно. Отлично. Седьмой уровень. Надо же. Так, монетки. Азот. Так, отлично. 500 звезд мы уже можем купить. Азот. Или что-то другое. Давайте посмотрим. Так. Азот, это что? Безопасность. 44 монетки. Что нам лучше улучшить? Так, давайте, наверное, мощность, конечно, есть. Амортизацию можем еще. Также резину. Так, покупаем лучший буст, турбо буст. И едем. Восьмой уровень.
дистанция настолько короткая, что за такое маленькое время пришли уже до 8 уровня. Так, спидометра нет. Даем азот. И на финише переворачиваемся. Следующая гонка. Со старта Turbo Boost. Собираем монетки. Зарабатываем на лучшую мощность. Ой-ой-ой! Вот и Turbo Boost. Рестарт. Поехали. Turbo Boost. И сейчас я упаду. Вот это крутой был. Сальто крутое. Просто супер. Я даже сам не ожидал, что так можно сделать. Следующая гонка. Так, 275 звездочек, 24 монетки. Пока еще маловато для следующей прокачки. А вот тут я могу перевернуться. Даем Turbo Boost. Звездочки. Следующая гонка. 400 звездочек. 33 монетки. Еще чуть-чуть и будем прокачивать наш самодельный аппарат. Азот. Летим. Со скоростью машины. Так, следующая гонка. Это уже 12 уровень. Так. Turbo Boost. И переворачиваемся. А не, не перевернулся. Бензин заканчивается. А мы уже на финише. Так, 50, о, 525 звезд, мы уже можем прокачивать наш автомобиль. Turbo Boost, чуть не перевернулся, но ничего страшного, на финише перевернулся. Так, прокачиваем, 60 монет, что нам купить? Конечно же, мощность. Амортизацию мы не можем купить, бензин можем еще добавить и безопасность. 14 уровень, надо же. Turbo Boost. Плохо, что спидометра нет. Друзья, напоминаю, мы играем в игру для Android. Игру можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на канал. И обязательно ставьте лайки. Turbo Boost. Отлично. Все, Turbo Boost нет. Остался только буст турбо. Педали газа. Газуй. Что, под горку не едешь, что ли? С Turbo Boost'ом еле выехал на горку. Не думал, что настолько слабая машина. Давай, друг, давай. У тебя бензин уже заканчивается. Про что ты думаешь? На крыше доехал до финиша. Вы были на канале Игры Геймс. Всем удачи и пока.